Следующий слайд, друзья, это у нас уже первичный рынок, квартиры, комфорт, бизнес класса. Видим стоимость $1201 за квадратный метр, это в среднем по городу. И вот здесь, друзья, уже у нас незначительный рост или динамика положительного роста, плюс 0,17%. Также можете посмотреть по каждому интересующему вас району в абсолютных цифрах, то есть в долларах, и снижение в процентном, в данном случае рост, в процентном соотношении по каждому административному